Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать в столицу нашей родины, на Сапсан-арену, где все готово к началу матча первого тура нового сезона MLBET первой лиги, в котором столичный футбольный клуб родины принимает саратовский «Сокол». Ну что, стартовый свисток Ивана Абросимова, поехали, дамы и господа, всех еще раз с началом нового сезона, и давайте переходить к составам играющих команд, смотреть, что там сегодня нам Дмитрий Парфенов и Денис Бояринцев подготовили. Мыков на Ивана Тимошенко в центр. Заваливается Тимошенко. Нет, нет, здесь нет пенальти. Сразу Иван Абросимов руки разводит. Был он там рядышком с моментом. Повтор мы еще, конечно, посмотрим. Но мне кажется, что тоже здесь, да и Тимошенко особо не спорит. Но вот такая первая полувылазка москвичей поближе к чужим воротам. Знаешь, не знаю, с чем связано, но сейчас тренерский штаб Бояринцева... Удар 1-0! Астимир Гордюшенко! Вот так вот! Колдовала-колдовала родина. Возможно, совсем неожиданный был этот гол, но тем не менее открывает счет столичные футболисты. И именно Гордюшенко, говорили мы много про него, забивает первый в этом сезоне для своей команды гол и первый в этом матче. 1-0, родина выходит вперед. Вот так вот с правого фланга пришла атака. И, пожалуйста, выходят вперед москвичи. Да, здоровья мы желаем Даниле Ишкову. Калмыков мяч принимает. Амур Калмыков низом. Тимошенко подхватывает. Есть ли офсайд или нет? 2-0! Иван Тимошенко, нету положения вне игры. Дуплетом стреляет родина, как вчера торпеда, по сути. И Иван Тимошенко, лучший бомбардир прошлого сезона, расчехляет свою царь-пушку. И в этом году 2-0. Вот так вот. Еще пару сезонов назад он за Черноморец во второй лиге играл, а теперь одна из главных звезд первой. 2-0, Иван Тимошенко. Тимошенко дальше в сторону Колесниченко. Амур Калмыков мяч подхватил. Калмыков. Калмыков. Он штрафной уже. Сасин Гудков там рядом с ним. Амур Калмыков. Центр. Иван Тимошенко. Гордюшенко. Удар. Перекладина. И не заскакивает мяч. Вот это уже было совсем на тоненького. Это было совсем аккуратно. Ну и прям скажем, немножечко сейчас «Соколу» повезло, что называется, что третий не пропустили. А так, конечно, все было очень близко, но в любом случае. Фищенко, Мягчайшина, Тимошенко. Игорь Андреев принимает. Тимошенко в центр, удар, перекладина! Вот это лучший бомбардир прошлого сезона. На каком чутье он сейчас отрабатывал в этом моменте. И был близок к тому, чтобы свой второй уже в этом сезоне гол забить. Несмотря, возможно, на отсутствие свободного времени, на отсутствие там каких-то денег или что-то. Все равно ездит, все равно всегда с командой ее поддержит. Ой, Маньков очень неосторожно. Тимошенко ее успевает там постраховать. Андрей Евдокимов в этой ситуации свою команду очень неосторожно сыграл Никита Маньков сейчас. И могло все это совсем печально кончиться. Какой проход здесь организовывает Казанцев. Обратим внимание, как шел здесь. Шел до конца просто-напросто. Давай досмотрим. Эту атаку. Да, здесь выскакивает хорошо очень момент. И рядом со штангой мяч летит. Артем Воропаев из ниоткуда как будто бы просто взялся в этой атаке. Пятый номер родины. Но в любом случае, скажем так, обе команды пока лишь просто раскачиваются. Равно как и все. Ой, сколько какой Тимошенко. Это третий гол. Это Иван Тимошенко оформляет дубль. Сами себе футболисты «Сокола» привезли этот момент. И сами футболисты «Сокола» подарили возможность Ивану Тимошенко оформить дубль. И что? Вырваться на одну из первых строчек бомбардирского списка начавшегося буквально вчера сезон. Конечно, здесь вот эта травма Ишкова, да, думаю, тоже сказалось. Ух, удар, перекладина, добить получится или нет? Отбиваются положение футболисты вне игры, родины. К сожалению. И положение вне игры. Да, все верно. Положение вне игры там, но это было очень опасно. Ну вот он момент. Андреев смещается в центр. Можно здесь что-то придумать. Ух, хорошо, но Руслана Куль играл. Куль в подкате. Андреев перехватывает. Куль успевает подняться. Куль, нету положения вне игры. А и вот это пенальти. Конечно же, здесь пенальти. Да. Ну вот это к разговору о том, что все понятно, понимаешь? Куль, разбег. И Федоров подтянулся. Достал, казалось бы, этот мяч. Но не получилось. 4-0. Футбольный клуб родина громит «Сокол», и здесь все абсолютно понятно. Без каких-либо шансов, без каких-либо вопросов столичный клуб одерживает эту победу. Успешный старт, конечно, очень и очень удачный для московского клуба. Лихо команда Дмитрия Парфенова начинает, и звучит финальный свисток. Очень уверенная и достаточно яркая победа футбольного клуба «Родина».